Около 110 тысяч рублей потерял саровчанин после звонков неизвестных. В первый раз звонивший представился сотрудником банка и сказал, что со счета мужчины происходит несанкционированное списание денег. И предложили ему на продиктованный ими номер счета, якобы резервного счета, перевести денежные средства, дабы уберечь их от мошенников. Мужчина с одного банковского счета 30 тысяч перевел на данный счет. Чуть позже позвонили сотрудники другого банка, сообщили ту же самую информацию. И мужчина на этот раз перевел 80 тысяч рублей. Заподозрив неладное, он обратился в полицию. И когда уже саровчанин писал заявление, ему позвонили в третий раз. И опять он попался на уловки мошенников. На счету у мужчины стоит ограничение возможности перевода, и поэтому деньги он собирался передать на КПП. Но его вовремя остановили. Дорожным полицейским скучать также не пришлось. В городе за это время произошло 10 ДТП с материальным ущербом. И одно на улице Менделеева с пострадавшим. Мужчина 84-го года рождения. Будучи лишенным права управления транспортным средством, имея признаки алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Шевроле Круз», выбрал такую скорость движения, которая не обеспечила им возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствие – дерево. В результате ДТП водитель получил сотрясение головного мозга, переломы костей черепа, ушибы и ссадины. После осмотра врачами приемного покоя мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение, откуда сбежал через 15 минут. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.